сквер имени Игната Фокина, видного деятеля революционного движения и становления советской власти на Брянщине, первого председателя Брянского уездного исполкома, получил новую жизнь. Эта общественная территория была отремонтирована по выбору горожан в рамках проекта формирования комфортной городской среды. В торжественном открытии сквера приняли участие первые лица города Брянска. Мы открываем еще одно общественное пространство, где могут гулять, отдыхать родители с детьми, ветераны, взрослые люди. Это продолжение развития территории Фокинского района. Вы буквально через 2 месяца будете отмечать юбилей района. И правительству области, городской администрации, городскому совету народных депутатов, вашим депутатам очень хотелось бы сделать подарок для района в этот юбилейный, в этот праздник. Благоустройство было выполнено за 2 месяца. Подрядчик уложился в отведенный срок. Сквер стал светлее, просторнее, а вечером еще и ярче. Новая визитная карточка – световой тоннель из 6 арок. Почти 1000 лампочек мощностью всего в 1 ватт создают мягкий, рассеянный декоративный свет. Гуляем, особенно ребенок, по вечерам очень любим гулять. Очень все нам нравится вообще. Мы любим очень Фокинский район. Вообще здесь очень красиво сделали, мне нравится. Теперь я буду сюда еще чаще ходить. Здесь уложили крупноформатную тротуарную плитку, установили лавочки и урны, 26 декоративных светильников. После сдачи в эксплуатацию сквер будет находиться на 5-летней гарантии у подрядной организации. Стоимость контракта составила 12,2 миллиона рублей. Жаркое дыхание вечного огня, пришел я на свидание, Фокинка моя. Перед собравшимися выступили участницы образцового ансамбля танца «Акварель» и руководитель ансамбля «Стажары» Александр Потапчук. Александра Седачева, «События Брянск».